Жилищный вопрос актуален всегда. Что станет с рынком недвижимости в 2018 году? Ремонт дорог и улиц – процесс затратный и постоянный. Где взять деньги? Будь финансово грамотным с детства. Что нового предложило Министерство образования Республики? Здравствуйте! В эфире «Новости экономики», в студии Ренат Хуснутдинов. В 2018 году жилье в России не собирается дешеветь, но и резкого скачка ждать не стоит. Рост цен на квартиры в новостройках ожидается в пределах инфляции 2-3%. Кроме того, ожидается увеличение зарплат и доходов, что также будет подстегивать повышение цен на недвижимость. По оценкам экспертов, для покупки квартиры в новостройке в среднем россиянину надо потратить весь свой доход почти за 3 года. Приобретение жилья – проблемный вопрос, поэтому влияние на принятие решения о покупке квартиры оказывает уверенность в том, что доходы населения не упадут в перспективе 10-15 лет. Будет ли рынок недвижимости республики расти и дальше? И каким он себя покажет? Результатом 2017 года мы видим, что рынок рос и достаточно хорошо рос. И 2018 год будет таким же, то есть мы ожидаем явный рост на рынке недвижимости. Во-первых, увеличение спроса, увеличение количества сделок. Вот. Ну и, возможно, еще и цены растут. За 3 года в Татарстане отремонтировали почти 1500 улиц за счет местного бюджета. Общая протяженность дорожного покрытия составила 630 километров. На эти цели было выделено около 3 миллиардов рублей из дорожного фонда. В 2017 году в республике в нормативное состояние привели более 150 километров дорог на сумму около 800 миллионов рублей. В текущем году также планируется продолжить работу. В планах отремонтировать 300 улиц на сумму почти 870 миллионов рублей. В России ежегодно тратятся баснословные деньги на дороги. Имеются ли на сегодня альтернативные, более дешевые варианты ремонта? Альтернатива имеется, но я бы не сказал, конечно, что она более дешевая, но по качеству она намного лучше. То есть это все-таки бетонное основание делать. Оно, конечно, подороже выходит, но по долговечности и по надежности все-таки бетонка, как говорится, намного прочнее. То есть асфальтобетонные смеси делать. Вот это, наверное, все-таки лучшая альтернатива будет, чем каждый год ямы одни и те же латать в тех же самых местах. В 2018 году в Татарстане планируется повышать финансовую грамотность со школьной скамьи. Проект пока пилотный. Поэтому внедрять новую дисциплину под названием «Основы финансовой грамотности» будут только в некоторых учебных заведениях. Данный проект реализуется Министерством образования и науки Республики совместно с Банком России. Перечень совместных мероприятий определен до 2021 года. Для того, чтобы начать преподавать этот курс, педагогам необходимо будет пройти повышение квалификации. Учащимся для проверки своих знаний можно будет попробовать свои силы в тематических олимпиадах по финансовой грамотности. Стоит ли относиться к этому проекту серьезно? Поможет ли он в будущем молодым людям? Сейчас уже готовы несколько параграфов, которые будут включены в учебники обществознания с 7 по 9 класс. И уже эта тема будет освещаться в рамках урока обществознания. Но могу похвастаться, что в Казани у нас уже действуют две школы. Они так называемые пилотные, которые приняли себе на вооружение опыт Центрального банка Российской Федерации. Это лицей-интернат номер 7 города Казани и школа номер 1 Однокаевского муниципального района. И вот эти школы две, они уже внедрили к себе учебные программы, уроки по финансовой грамотности и со своими учениками занимаются достаточно плотно уже этими вопросами, но есть уже некоторые успехи. Это были новости экономики. С вами был Ренат Хуснутдинов. Всего доброго, до свидания.